Василий Ломаченко – украинский гений или один из самых сильных и техничных боксеров за всю историю любительского бокса. Топ-10 фактов о Василии Ломаченко. Факт номер один. Василий Ломаченко по прозвищу «Хай-Тек». Василий Анатольевич Ломаченко родился 17 февраля 1988 года в Белгороднестровском, Одесская область, УССР. Украинский боксер-профессионал, двукратный олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, чемпион мира среди юниоров 2006 года, чемпион Европы среди кадетов 2004 года, многократный чемпион Украины, обладатель кубка Вэла Баркера, заслуженный мастер спорта Украины, наиболее титулованный боксер независимой Украины, считается одним из самых сильных и технических боксеров за всю историю любительского бокса. На любительском ринге спорно проиграл только один бой в финале чемпионата мира 2007 года Альберту Селимову. Но он сумел взять реванш дважды. Первый раз на Олимпийских играх в 2008 году, а второй раз в полупрофессиональной лиге WSB в 2013 году. Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO с 2014 по 2016. Во втором полулегком весе по версии WBO 2016 и по нынешнее время. Самый перспективный боксер 2013 года по версии журнала The Ring. Факт номер два. Всему виной отец. С самого детства и до сих пор Василия тренирует отец Анатолий Ломаченко. До бокса отец отдал его на танцы, чтобы сын чувствовал ритм и выработал свой стиль и плавность. Факт номер три. Рекорд 39-летней давности. Василий повторил рекорд 39-летней давности, став в 2014 году вторым боксером, сумевшим завоевать титул чемпиона мира в третьем бою на профессиональном ринге, а также установил рекорд, завоевав титул чемпиона мира по второй весовой категории за минимальное количество проведенных поединков в седьмом бою. Факт номер четыре. Ритуал перед боем. Перед каждым боем после тренировки Василий проплывает лиман туда и обратно. Однажды с ним захотел поплыть еще один из атаманов – Усик, но доплыв лишь до середины, вернулся назад. Также Александр Усик является крестным отцом сына Василия. Факт номер пять. Татуировка – символ веры к победе. Вася – двукратный олимпийский чемпион. Он ждал 6 лет, чтобы второй раз на играх взять золото и набить себе тату с символом игр на обеих руках. Факт номер 6. Выносливость и сила духа – визитная карточка. Василий – самый выносливый из всех атаманов. Однажды на ринге он сломал палец во время боя, но продолжал боксировать еще 2 раунда и закончил бой нокаутом. Факт номер 7. Эффект загнанной мышки. Чемпион любит оказываться за спиной противника, когда тот не ожидает и теряет бдительность, и играть с ним как загнанной мышкой. Факт номер 8. Лучший боксер в мире вне зависимости от весовой категории. Украинец Василий Ломаченко, владеющий чемпионским поясом по версии WBO во втором полулегком весе до 59 кг, поднялся с 4 на 3 строку в обновленном списке лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, публикуемым американским журналом The Ring, из-за решения бывшего лидера рейтинга американца Андре Уорда завершить профессиональную карьеру. Напомним, что украинца опережают лишь двое – казахстанец Геннадий Головкин, чемпион мира по версии WBA, WBC, IBF в среднем весе и Теренс Кроуфорд из США, абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе. Факт номер 9. Бьет, как по книжке учили. Все комментаторы в один голос утверждают, что Василий бьет, как по книжке учили. Однажды Рой Джонс сказал, что Ломаченко его любимый боец и что он не превзойден в технике и манере. Факт номер 10. Танец победы. Бои Василия не оставляют равнодушным. Складывается такое впечатление, что он читает своего противника не на много ходов вперед, а на весь бой. Сверхчеловеческая скорость, точность сокрушительных ударов и легкость, с которой проходят раунды, просто поражает. Василий играет со своими противниками и иногда даже может позволить себе позадирать их, танцуя по рингу. Если вам понравилась новость, ставьте лайк, делитесь ею с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ни одного нового видео.